Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Меня часто упрекают, что я готовлю мало спортивной еды. Видимо, имеется в виду еда, где мало жиров, мало быстрых углеводов, зато много мяса и овощей. Справедливо упрекают. Буду исправляться. Но и отступать от своих любимых способов готовки, 20 минут потратил, 40 подождал, и все готово, я не хочу. Поэтому сегодня соединю два этих требования в одном блюде. Вы наверняка что-то подобное готовили, но я собираюсь применить секретный ингредиент, общедоступный, который кардинально поменяет результат. Поехали! Для сегодняшнего блюда нам понадобится сладкий перец, чеснок, лук, помидоры, собственно, соку или свежие сладкие, если есть, фарш, и секретный ингредиент. Начну с лука. Его надо порезать мелкими кубиками. Почему? Я говорил вот в этом ролике. Вы, кстати, можете пока попытаться угадать, что же это за секретный ингредиент. Только чур в конец ролика не заглядывать. Следующий на очереди сладкий перец. Его нужно порезать крупно, чтобы в готовом блюде по этим кусочкам можно было определить, что ешь. В рубрике Skills and Tools я пока не снимал ролик про разрезание перца. Покажу и расскажу сейчас. Для чего вообще нам нужна скоростная нарезка продуктов? Для того, чтобы меньше времени тратить на кухню. Конечно, если вам нужно порезать только один перец, то морочиться с этим делом не стоит. Но если их несколько или вы ждете гостей, в дело вступают технологические приемы. Для начала я рекомендую отрезать вот эту вот часть, где у нас хвостик. Причем отрезать его не так, а на такую глубину ставить нож, чтобы разрез пошел как раз вот под вот этой вот ножкой. Показываю. Смотрите, что у нас получилось. Видите, вот эта часть обрезана, и поэтому сейчас таким движением я вытаскиваю все семена. А здесь отломил, это готово. Второй момент. У перца есть вот эти вот перепонки-пластинки, их надо срезать. Вот чтобы экономить время и не снимать с каждой пластинки, можно сделать так. Смотрите, переворачиваю. И обратите внимание, у перца есть плоские части, относительно плоские, и выступающие. Так вот, не нужно резать вот так вот эту выступающую часть. Срезать нужно вдоль плоской части. Почему? Показываю. Вот эта пластинка-перепонка находится как раз-таки на плоской части выступающей. Поэтому, если я сделаю разрез вот так, смотрите. Эта перепонка уже отрезана. Поворачиваем, делаем то же самое здесь. Дорезал. И оставшаяся часть. В три движения мы срезали перепонки и отделили вот эту часть. Эту часть можно съесть прямо сейчас. А можно тоже порезать мелко. Вторая часть маризонского балета. Нам нужны кубики, достаточно крупные. Надрезаю. По разрезанию перца. У перца достаточно плотная шкурка, поэтому если резать давление, то можете ее слегка подавить, если нож не очень острый. Поэтому я рекомендую делать движение кончиком ножа по доске. Кончик ножа нам до лампочки, будет он острый или тупой. А вот эта часть не лозит по доске и, соответственно, остается острый. Смотрите. Ну вот, один мы разрезали под орех. Повторяем то же самое с вторым. Отрезаем, удаляем, вытаскиваем часть семечками, находим плоскость и вдоль плоскости. Вы, наверное, ждете раскрытия секретного ингредиента. Пока рано. Мелко рублю чеснок. Фарш у меня состоит только из говядины, поэтому надо его немного сдобрить. Добавлю чеснок, соль, черный перец и зиру. Черный перец надо, конечно, предварительно раздробить. Я думаю, вот этого хватит.
Да. Кориандр, наверное. Я добавлю. Кориандр у меня не молотый, поэтому надо будет поработать пестиком. Обожаю запах кориандра. И вымешиваю фарш. Вот теперь-то можно и секретный ингредиент раскрыть. Та-дам! Это кисло-сладкие зеленые яблоки. Я использую сорт Granny Smith. Яблоки мне надо почистить и порезать. Давние подписчики наверняка помнят новогодние выпуски. Я рассказывал про дурацкий девайс. Я его использую в хвост и в гриву. Осталось нарезать их мелкий кубик и можно приступать к сборке. Готовится это блюдо в глубокой кастрюле. Воду добавлять ни в коем случае не надо. Сока в овощах более чем достаточно. Сначала на дно надо добавить ложку 2 оливкового масла. Этого хватит. Теперь примерно половину лука. А теперь надо налепить тефтелей. Выкладываю первый слой, пересыпаю его частью лука, частью сладкого перца, частью яблок и частью помидор. Теперь второй слой тефтелей, а дальше все повторяется. Еще будет очень здорово, если вы найдете анисовые семена. Буквально половина чайной ложки взорвут вкус этого блюда. Теперь на несколько минут огонь сильный, а когда зашкварчит, убавляем до ниже среднего и ждем 30-40 минут. И это самое сложное. Звук, который вы слышите, раздается уже минут 5, а всего на сильном огне эта кастрюля булькает уже 9 минут. Я, пожалуй, уже убавлю огонь до ниже среднего. Думаю, все готово. Ароматы сносят голову. Вы только посмотрите на это. Потрясающе. Вам, возможно, понадобится выправить это блюдо на соль, на сахар, на кислоту, зависит от ваших овощей, помидоры, яблок. Вы можете сомневаться, но именно яблоки здесь определяют этот потрясающий вкус. Соус настолько ароматен, что даже мясо в тарелке не обязательно, хотя, конечно, с ним лучше. Ну как, уважаемые спортсмены, достаточно спортивно? Попробуйте, это фантастическое блюдо. Новые зрители, во-первых, подписываемся, не забываем. Во-вторых, загляните в этот ролик, он снят специально для вас, там вы можете найти информацию, где еще можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Друзья мои, если вам понравилось, не стесняйтесь делиться рецептом, видео и всеми этими ссылками с другими. Пусть настанет больше. Если не понравилось, пишите. Возможно, наша маленькая команда сможет исправить ситуацию. Не забывайте про архив. На канале целая куча не менее интересных рецептов. Всем спасибо за компанию. Пока!